Сегодня мы обсудили различные темы сотрудничества. Это и сотрудничество в области экономики. Как нашим молдавским партнерам, так и городу Солигорску есть что предложить. Солигорск – это один из крупнейших городов Белоруссии в производственном плане. Там находится Солигорский калийный комбинат, несколько предприятий легкой промышленности. То есть эти все темы сегодня обсуждались, и есть взаимный интерес. Есть интерес к продукции из Гагаузии, в том числе из Чудырлунги, и есть интерес к продукции из Беларуси. Да, конечно, это предварительный разговор, в том числе, но на конкретные темы. Мы обсуждали, в том числе и с Сергеем Михайловичем Бузаджи, который здесь присутствует, вопросы поставок удобрений комплексных из Беларуси. Эта тема сегодня очень важна для Молдовы, для сельского хозяйства, поскольку был достаточно длительный период, когда в землю в необходимом количестве удобрений не вносились. И на сегодняшний день получить хорошие результаты и интенсивное земледелие, а в принципе ваш регион это в первую очередь аграрный сектор, без хороших современных комплексных удобрений практически невозможно.